Друзья, здравствуйте. Маленький нюанс. Вот буквально недавно с учеником разбирали. Скажем так, сокращение дистанции передней руки. И после этого не уклон, а качнуть. В какую сторону удобнее делать. Ну, так называемый наклон, так называемый а-ля маятник, там, пикабу какой-то. Как было у Тайсона. Ну, Тайсон делал как-то по-своему немножко, но в любом случае тело у всех одинаковое. И вот этот наклон влево-вправо и отсюда удар движения. То есть это элемент, которым вы разгоняете свою массу, усиливаете удар. В какую сторону удобнее делать после первого удара, то есть после первого удара, которым вы сокращаете дистанцию. С чем вы сокращаете дистанцию? Шаг ноги, да, могу на ногу пойти, могу ногу выставить, могу прыгнуть с ударом. И вот здесь маленький, вот этот нюанс возникает у нас. В какую сторону? Если я ударил левой рукой, естественно, что у меня массы больше чуть-чуть, где? На правой ноге, да? С одной стороны, как бы мне удобнее сюда делать дальше, но я уже здесь. Я уже здесь, поэтому это еще дополнительное, скажем так, продолжение усилия. По-хорошему, если вы бьете передней рукой, в левую сторону, амплитуда у вас будет больше. Раз больше амплитуды будет задействовать, значит, они вас и обратно качнут. В моем случае, мне так удобно. Вот посмотрите, пожалуйста. Я ударил левой рукой, сократил дистанцию. В левую сторону. Могу отсюда сразу выпрыгнуть. Могу качнуть, уже отсюда, прямо вот таким движением, стаканообразно выпрыгнуть. Со смены стойки, положения. Раз, два, три, боковой кинуть туда. И второй момент, ребят. Когда вы ударили передней рукой, то естественно, что с левой руки противнику как бы удобнее вас. У него рука левая, априори свободнее. Наклоняясь сюда, вы уже загрузили эту ногу, то правильно. И вам еще сюда, в эту сторону делать уже тяжело. Поэтому логичнее получается в сторону, которая нога более свободна, качнуть отсюда, бить, либо еще одним движением разогнать себя. То же самое при ударе справа, левша, например. Сократил дистанцию, качнуть влево, здесь правая рука у противника. Естественно, что ему амплитуднее получится, и левая нога разгружена. Качнув плечами, правая нога пойдет сама. Могу сразу отсюда бить, либо исполнить еще какое-то дополнительное движение. То есть получается, что при ударе левой рукой свободнее положение на левой ноге, массы больше здесь, левая нога более свободна. Качнув, у вас происходит смещение. И вы уже уходите с линии атаки. Плюс, пока левая рука здесь, не забирая левую руку. Левой рукой вас еще как бы, ну, условно говоря, могут ударить. Но забирая левую руку, вас и правый бьют. Но вы не забираете руку, в том-то и дело, а делаете движение плечами. И тогда ваша рука закрывает вас при наклоне. И у вас происходит вот такое действие. Пожалуйста. То есть сам элемент заключается еще в том, что вы не ударили, сели и потом качаете. Вы себя этим наклонами разгоняете. И рука идет, как и после корпуса шла, или после ноги вы, так она вас закрывала на ударе, так и качая плечами, рука, возвращаясь за плечами, за вашим корпусом, закрывает вас на возврате. И у вас появляется, опять-таки, еще раз повторяюсь, амплитуда движения. То есть удар в сторону ударной руки и качаем, разгоняем себя. Вот такой маленький нюанс у вас присутствует. То есть расслабляется. Амплитуда у вас будет больше в сторону бьющей руки. До встречи. Пробуем. Пользуемся.